Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас очередной выезд. Выехали мы с комрадами на всю ту же старую деревню. Пошурфить, по верхам походить, что получится, увидим. Кстати, а у нас получится очень шикарно тем, что подняли огромный крест. Кричит крестик какой-то. Ничего себе, вот это крестик. Вы это увидите. Подняли монетки. Еще одна изюминка была то, что подняли еще интересную медаль. Вот, очень хорошая. Начало где-то 19 века. И вот смотрите, что у него выпало. Та-дам! За покорение ханства Каканского. Вот, и сделаем тест. Тест будет очень удивительный тем, что Сергей вызвал меня на соревнования, сделал вызов, будет челлендж именно по глубине залегания. Вот. И посмотрим, Ваниш как себя покажет. А тест будем делать жесткий, глубокий, так что в ближайшее время вы это сюжет тоже увидите. Просто, ну, зачетный. Рекомендую посмотреть. Я проверяю батл сайт. Батл. Ну, здесь вот Explorer снова проиграл, ребята. Снова проиграл. На замусоренных местах. И Deus тоже проиграл, как вы видели в прошлых видеосюжетах. Вес в два раза легче. Складывается очень удобно. И по настройкам. На одну кнопку нажал. Сереж, что хочешь сказать про этот прибор, про Ваниш? Ну, про Ваниш, что могу сказать? Могу сказать про Explorer. Он уходит на Авито в ближайшее время, если есть желающие его купить. Слышали, ребят? Сергей свой прибор уже выкладывает на Авито. Нет, здесь есть несколько нюансов. Ну а сейчас отправляемся копать. Сегодня тоже снова будет много машин. Если не ошибаюсь, 7 машин. Вот. Камрады, посидим за костром, побеседуем, ну и покопаем, конечно же. Так что приятного вам просмотра. Итак, ребят, всем привет! У нас очередной выход, и, как вы поняли, у нас ночной. Приехали мы поздно, прям в потемках. Парни здесь уже оказываются на месте, копают. Михалыч и Дэн. Они сюда добрались еще за светла. Подняли несколько советиков, фундамент дает советы. Ну а мы, наверное, сейчас пройдемся верха, потому что разрабатывать новый фундамент в потемках я не знаю как, что, потому что нужно какие-то ориентиры щупом прощупать, а в темноте это практически невозможно. У нас сегодня состав практически тоже: Рустам, Серега, его сын, Ярик, Михалыч и Дэн. Пока такой состав. Чуть позже еще подъедут несколько комрадов, но об этом чуть позже. Мы, конечно, организовали костерчик, стол за прибытие. Вот. И, наверное, сейчас пойдем что-нибудь поищем. Рустику я рацию выдал, ребят, чтобы он не потерялся. И чтобы он издалека кричал, что нашел чего-то интересненькое. Так что я думаю, что-нибудь у нас ночью будет. Рустик. Приколись, Сережа, блин. В общем, я думаю, ночью что-нибудь интересненькое выпадет, и вы об этом точно узнаете. Принял, сейчас будем. Так что смотрим, будет интересно. Ну что, ребят, до сих пор никак не пойдем за лопатой и за металлоискателем в поисках находок. Парни, все за здоровье. Все за, как говорится, за земляного деда. И никак не все не тронемся, ребят. Ну, компания у нас очень интересная. У нас всего-навсего 2 человека копают, остальные у нас за столом. В общем, сейчас все-таки пойдем. Пойдем. Ого. Нифига себе. Слышали? Михалыч, ты что ли? Ну это явно голда, если ты так орешь. А что ты? Что ты кричишь? Что там? Михалыч, что там? Иди снимай. Крест, походу. Крест. Крест.
Кричит крестик какой-то. И что, интересный крестик, что ли? Крестик, говорит, огромный. Пацаны, пошли поспорим, что там за огромный крестик. Вообще темно, надо фонарь включить. А Кинг рядом, меня охраняет. Ай, блин. Кинг, не путайся под ногами, не путайся. Чё там показывает, чё ты там, крестик? Вот ты шо ты, ну ты гнутый, ребята, охренеть. А, сейчас я селфи-палку отключу, ребята. И мы в прямом эфире, смотрите. Михалыч, это фундамент, да? Ну да, я думаю. Офигеть! Да ладно! Вот ты! Нифига! Да. Охренеть, ребят! Что там, не было внутри? Да что-то какая-то пыль, грязь, что-то. Ничего себе, вот это крестик! Это не крестик, а крест крестам, ёшкин кот! Нифига! Вот это находочка! Ребят, смотрите, видите? Михалыч шурфит непосредственно вдоль сруба. Это закладные камни, на нем лежал сруб. И вот в углу вот такая вот вещь. Нифига себе. Внутри пустота, ребят. Пустота. Что это означает? Не... Кинг, прекрати. Что означает внутри пустота, не знаю. Здесь какие-то крепежи. Цвет металла желтый. А вот здесь проблескивается даже цвет металла белый. Возможно, вот здесь, вот видите, клепочки. Что-то было наклепано. У нас тут пацаны, делегация, блин. Ну, пацаны, рассказываем, что здесь могло быть. Ну, распятие, а что здесь может быть на кресте? Серега говорит, распятие. А не на гроб это было? Да не. Не? Ну, находится в дымовой яме. Это явно здесь не гроб, ребята. Мы не копаем кладбище и могилы. Это в доме. В доме. Ребят, пишите в комментариях, что за крест в данном случае поднял Михалыч. Он не маленький, вообще не маленький. Слушай, ну его и сверху можно было цепануть. Глубина-то какая маленькая. Ну я не знаю, вряд ли. Смотри, как глубина. Несколько штуков. Михалыч, дай лопату свою. 30. Лопата 37 сантиметров. И лопата вот такого, смотрите. Стандарт, смотри, 25 на 40. Блин, вообще. Да, сколько там? Да, блядь, 30 сантиметров минимум, блядь. 30 на 20. 40 сантиметров даже. Вот, 20. Офигеть, да, 20, да. 20 на 20 на 30. 20 на 30. Ни хрена себе, вот это находка. Вот это ночной коп, ребята. Ох-охо, вот Михалыч, вот красавчик. Михалыч всегда поднимает какие-то изюминки. Я у него шахтерский фонарь. Ладно, ребят, не зря мы земляного деда там задабриваем. А в компании трех человек, Рустика, Сереги. Вот, Михалычу. Михалычу вот такой вот зачетный. Ну, мы пойдем еще задабривать. Да. Дэн, у тебя есть еще, Дэн? А, Дэн уже ушел. 15 копеек? Ясно. Ладно, ребят, мы все-таки сейчас пойдем тоже. Я думаю, по верхам похожу. А в руки нам попал необычный крест. Это крест-мощевик. Мощевик – общее название емкости для хранения частиц мощей. Для тех, кто не знает, мощи – это останки людей, причисленные после смерти к лику святых. Мощевики изготавливаются в разных формах. Крест-мощевик, в том числе наперстные, и на престольные кресты, энклопионы, ковчежец, мощевики в иконах. Малые частицы мощей при помещении в мощевик заливают воскомастикой, благовонная связующая смесь. На просторах интернета очень большое количество подобных крестов, и стоимость таких крестов впечатляет. Такой крест – нечастая находка копателя и
каждый хочет такое заполучить в своей коллекции. Так что желаю всем таких сигналов под катушку. Но это не последняя шедевральная находка, которую отыскались на этом выезде. Будет еще одна, редкая и дорогая, от которой просто будоражит. Я думаю, и вы будете в шоке. Ну а сейчас возвращаемся на шурф. Приятного вам просмотра. Чекай. Ровно 42. В прямом эфире. У меня монет нету. Давайте хоть Серегина откопаю. Ёшкин кот. Ну-ка, катушечку. Ш-ш-ш. Бочком. Не вижу что-то. Потерял, блин. О, да. Монета, ребят. Че там? Николай, походу. Копеечка николаевская. Да это совет. Да, копейка. Хотел натереть сердце 25-й год. Нет, не 24-й год. А вот так было похоже очень здорово. Что это, Николай? Я увидел, да. Ну ладно. Все, ребят. Наверное, закончу. Пойдем мы, наверное, ужинать. И на боковую. Пацаны хотят еще по полю побегать. Не знаю. Посмотрим, поживем, увидим. Кинг, спать пойдем? Спать пойдем? А? Спать пойдем? А, мальчик? Спать пойдем? Искать. Да и он скажет, пошел ты. Один мне сует, второй сует, бля, искать, да? Да, Кингуль? Ты мой мальчик, пойдем сейчас спать. Итак, ребята, доброе утро. В общем, вчерашняя ночка у нас пролетела быстро. Михалыч у нас уже, смотрите, уже копает. Остальные спят. Вчера ночью, когда мы планировали же спать лечь, приехал Женька. Женька всю ночь копал, и в 6 часов он только лег. Находки у них пусто, но и не густо. У него, по-моему, две монетки. Рустик вчера, к сожалению, ну, срочно выехал домой. У него, ну, свои проблемы на работе. И, в общем, он уехал, и у него 5 монет, ребята, с фундамента. У Михалыча немножко побольше. Я сделал несколько находок, в частности, 1-2 копейки Николая II. Что у меня там еще-то было? Что-то еще. В общем, так, по мелочевке. Но к чему я, ребят, завел речь? Я пока готовлю себе завтрак. Вот, сейчас кофеек заправлю в термосок. И супчика еще хряпну и пойду снова продолжать ходить верха сшибать, потому что я вчера как бы не шурфил, вот, а занимался поиском находок сверху. Ну, находки есть, в принципе, есть. И сейчас отправимся. Видите, да, на мне наушники. Я буду испытывать сегодня беспроводные наушники для Ваниша. А также хочу сказать, ребята, приятную новость. Как вы помните, был у нас небольшой такой видеосюжет, где мы после нахождения медали за боевые заслуги, у нас покатилось все вверх дном. Мы потеряли ключи от машины, затем Ниву утопили в дымовую яму, не, в колодец. Серега тоже машинку себе немножко помял. Но хочу вам сказать, хозяина медали мы отыскали, вернее, владельца медали. Будем искать родственников. Это раз. Во-вторых, ключи нашлись. Это два. Ну, а остальное, Нива, крыло, уже подрихтовали, все достали. Вот, кстати, и щуп нашелся, который я потерял. Вот, так что, вот такие приятные новости.
видеосюжет по реставрации и вручению данной медали, которую мы отыскали. Обязательно на моем канале будет. Видеоотчет я сделаю. Так что у нас все по чесноку. Как бы такие предметы, такие вещи мы пытаемся вернуть. Кстати, вчерашний крест, который нашли, сейчас я вам покажу поближе. Вот. Вот такой, ребят, огромный крест. Вот такой здоровый, а. Я сначала, когда в темноте увидел, я думал, он, блин, литое, все внутри литое. Но здесь вот имеются шпенечки вот такие вот. Даже не шпенечки, а винтики. Резьбу даже видно. И внутри он, ребят, пустотелый. Он, видите, пустотелый. Для чего? У нас предположения были, что там хранились моща святого. Правда, нет, не знаю. А вот эти вот отверстия, здесь был, скорее всего, деревянный крест с Иисусом Христа. Это наше предположение. Если есть у вас варианты, пишите, пожалуйста, в комментарии. Очень будет любопытно узнать. Я, конечно, информацию тоже попытаюсь узнать об этом кресте. Если что будет, обязательно вам расскажу. Сейчас позавтракаю и пойду вон там он. Верховой посмотреть, потому что я там никогда не ходил. Тем более, прибор у нас сегодня Ваниш. Настройки будут монеты. И будем ходить верха собирать. Насколько удачно, вы все увидите. Кинг у нас вон тоже завтракает. Перепал ему вчера, сегодня. Костей я ему с мясом понакупил. Ястреб или сокол. Эти гаврики Наумовы еще спят. Сони на природу едет отдыхать, но не копать. Итак, ребят, хожу-брожу, верховые пытаюсь вызвонить. Вы даже не поверите, какую я мелочь здесь собираю. Копеечки, копеечки, копеечки. Серега зовет, давай пойдем на завтрак, приготовили завтрак. Вот, я говорю, пока монету не найду, не приду. И вот монетка вышла. Сереж, а завтрак готов, Сереж? Сергей. Остывает. Завтрак остывает, да? Три. Все, говорит, пойдем. Ах, пивка холодненького. Сам позвонил, все нормально у него, доехал он, сейчас бодрый голос. Ясно, Рустик доехал, все хорошо. Самое главное. Ну а монетка, ребят, монетка. Давайте я вам покажу советик. Советик, ну ничего серьезного нету, одна копеечка. 32-й год. Вот, несколько монет копеечек я поднял. Ну, чуть позже покажу, что я наковырял. Кстати, поднял вот такой вот. Я не знаю, может я ошибаюсь, но мне кажется, это солярный амулет. Возможно. Что-то на что-то напоминает, не могу понять на что. В интернете видел похожие солярные амулеты. Может, мой тоже из этого разряда. И это не советская, ребят. Не советская. Че там? Че рычишь? Че рычишь, блин? А? Охранник мой. Кто там? Вот такая вот вещица. Может и советина, не знаю. Сейчас в лагерь приду, у пацанов спрошу. Ах, хорошо, когда, ребят, рядом есть кофеек. Можно глотнуть. Вообще класс. Ах, хорошо. Ой, как хорошо. Сейчас пойдем в сторону лагеря. Если что, что-нибудь зацепим. Итак, ребят, вон в той ямке копеечка. И вот здесь вот был зачетный знатный сигнал. Прям, я думал, серебро. Но нет, это у нас медь.
Да, копеечка Николая. Год, к сожалению, сказать не могу. Плюс она, походу... Да нет. 1870 года. Наконец-то один достойный сегодняшний сигнал, который прям копал с удовольствием. А сигнал, ребята, реально приятный. Ай, красивый, звонкий. Здесь вот дорога, видно. Вот видите, ложбинка. И дорога проходила туда в поле. С этой стороны фундамент, с этой стороны фундамент. И вот между ними дорога. Может, задержусь раз на 3 метрах две монеты. Итак, ребят, пришел к Михалычу на фундамент. Он здесь входную группу шурфит. Железо он там наковырял дофигища. И сижу, кофеек попиваю из своего супер термоса. И вы знаете, вон она, красавица, лежит. Мы оба сразу закурили. И монетка очень интересная. Очень интересная. Тем, что это кто-то, может, не разбирается. Но я могу пояснить. Это обычная капуста. 2 копейки александровского формата. Но, когда переворачиваешь, та-дам, это, ребят, пчелка. Год я не вижу, но с уверенностью могу сказать, 1810 год. Именно пчелочки 10-го года. Патина вроде хорошая будет. Зелененькая такая. Сейчас здесь вот тоже надо будет посмотреть, что за сохран. В целом монетка просто, я считаю, самая лучшая сегодняшняя находка. Так что мои поздравления, Михалыч. Михалыч, передавай всем привет, еще никого. Салют. Салют, салют. Вот. И мы все-таки никак не дойдем, не доберемся до лагеря. Там Серега уже заждался меня. Вот. Но сейчас, наверное, трону. Классная монета. Итак, ребят, Михалыч собирается домой. Я решил показать, потому что его находки ночью я не снимал. Михалыч ночью шурфил, потом утром рано-рано встал. И его вот такие вот тапки. Кто рано встает, того и тапки. По шмурдяку у него пуговки гирьки, пуговка орлянка, пломбочка. Так, пломбочка, не знаю, надпись не буду разбирать. В общем, по шмурдяку у него как-то получилось неплохо тоже, по сравнению с монетами. Тоже классно. Смотрите, какое большое количество царей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 царей. Это трешка, 1843 год, Николай I. Вот эта монета вообще непонятная. Пытались ее как-то разглядеть, но формы не идеальные. Это означает, наверное, Катя или Елизавета. Но остальные монеты николаевского образца. Вот такая вот александровская, классная. Наверное, самая лучшая сегодня находка пока среди всех. Это 2 копейки пчелка. У Михалыча одна серебрушка, 20-ка РСФСР. Ну, она шурфа вот в таком вот отвратительном состоянии. Кое-как разглядели, что это серебро 20 копеек. По советам у него сегодня слабовато, в отличие от остальных дней. 3 пятачка, 20-ка, 15-ки. В общем, как-то вот так вот. Я считаю, что неплохо для выбитой деревни. Деревня действительно выбита. Я уже второй день хожу вверха, собираю. Вот, но очень-очень мало. Шурфить почему-то мне лень. Ну, а Михалыч поистине настоящий шурфолог. И с находками как-то у него получилось сегодня вот так. Меньше, чем предыдущие разы. Но все же глаз радует. Ну, а мы, наверное, пойдем погуляем дальше. Итак, ребят, пришел я на фундамент, где Серега шурфит. Ребят, со сломанной ногой. Представляете?
шурфолог, ёшкин кот, блядь. Да, просто я, чтобы не запачкался. Ага, со сломанной ногой хреначит, ёшкин кот. Там у нас Женька, а вон там у нас Кинг. Смотрите, как Кинг лежит. Задняя часть в яме, а верхняя на поверхности. В общем, здесь мне сюжетик один оставили. Ой, хабарница-то какая! Ну, столько всякого хрени тут они накопали. Так, крестик интересный, ребята. Крестик-лепесток. На обратной стороне молитва честному кресту. Так, а где ты говоришь колечко? А вон он. А? Вон. А кинь мне его сюда. Мне ноги так устали ходить сегодня. Вот, на, ребят, колечко. Еще и в земельке. Колечко обычное, обручальное, медное. Ну, колечко, да. Ну, это банально. У меня, наверное, таких сегодня 3 или 4 штучки я выкапывал. Вам не снимаю. Вот как-то так. У Женьки сегодня тоже не густо, не густо. Копеечка, крестик, там еще какая-то монетка, пятнашечка и всякий шмурдяк. Ладно, еще не вечер, как говорится, солнышко высоко. Итак, ребята, консилиум. Вот такой новый фундамент разрабатывает Евгений. Находки, в принципе, есть, но он нас позвал вон с того фундамента, где мы сейчас находимся с Серегой. Женька на ночь разработал новый фундик. И вот смотрите, что у него выпало. Та-дам! Ребята, это медаль. А по размеру это Первая мировая война. Но здесь какая-то хрень в виде угля какого-то. Вот, сейчас я его смочу. Если что-то интересное, я вам покажу. И даже историю данной медали тоже прикреплю. Так что приятного просмотра и ждите, что же у нас отыскалось. Вещь огонь. Класс. У нас Женька раньше был фартовый. Серега говорит, теперь у нас будет медалист. Медалист. Все, погоняло, медалист. Ну а сейчас давайте я вам расскажу о данной находке. А рассказать есть о чем. Она редкая, дорогая и с историей. Начнем, пожалуй, с истории. Аканское ханство было самым молодым государством в Средней Азии и в 19 веке самым сильным из всех. Несколько десятков лет Российская империя воевала с довольно опасным противником. В 1868 году был заключен взаимовыгодный договор между Российской империей и ханством, согласно которому русские и коганцы могли беспрепятственно торговать на территории двух государств. Но мир продолжался недолго, около 5 лет. Правитель ханства обложил свой народ непомерными налогами, жестоким обращением. Тем самым вызвал у народа волну недовольствия. Чаша терпения подданных ханства переполнилась в 1873 году. По ханству прокатилась волна восстаний, задушить которые кровавыми репрессиями хан не смог. Российский генерал-губернатор Туркестана прекрасно понимал, что промедление может обойтись очень дорого. В 1875 году организован военный поход с целью подавления восстания. 22 августа русские войска разбили повстанцев под Махрамом, а Насреддин хан запросил о мире. В 1876 году, в феврале, фон Крауфман встречался с Александром II и получил от него санкции на упрощение ханства и присоединение территории к империи. Это событие император повелел увековечить чеканкой медали. Медаль за покорение ханства Коганского. Указом, датированным ноября 1876 года, наградное изделие изготавливалось из бронзы светлых тонов. Диаметр награды округлой формы, размер 2,8 см. Аверс наградного знака венчался вензелем императора, украшенной короной. Реверс медали по краю украшала надпись, поясняющая, за что она вручена. На оборотной стороне
Помимо слов «за покорение ханства Коганского», в центре было отчеканено две даты. Дата военной кампании 1875-1876. В маленькое ушко продевалась георгиевская и владимирская лента. Ношение предписывалось на груди. В связи с тем, что награда была отчеканена небольшой партией в 7500 знаков, она относится к числу редких. Цена на подлинный нагрудной знак может варьироваться в пределах от 110 до 250 тысяч рублей. Вот вам и находка, вот вам и медалька. Ну а сейчас давайте возвращаться на наш замечательный шурф. Приятного вам просмотра. Ребят, Сергей позвал меня на монетный сигнал. И мы сейчас посмотрим, монета это или нет. Ну, сигнал хороший. Ищи. Кинку, иди. Да не ты ищи, а я. У меня Кинг дрессирован, теперь Серега еще дрессированный, бля. Что-то глубоко, наверное, фигня какая-нибудь. Да не, фигня, наверное. Во! Ну-ка. Ой, да это царь, ёпты. Уйди. Ох, это у нас 3 копейки, 1898 год. А, сохран на троечку. О, не, ребят, на двоечку. Ну да, жопа. Вообще, здесь вообще лысая. А здесь бодрячок, в принципе. Ну как, затертая. Но здесь... Не. Но все равно приятно. Ну, царин, смотрите. Объем работы всего-навсего. А вот такая вот монетка. Кинг, копать. Классно. Держи. Я, наверное... Сейчас, если еще несколько монет найду, я тоже, наверное, приступлю к шурфированию. У меня чего-то не стоит, ребят, на шурф сегодня. Да и вчера не стояло. Ну, ладно, посмотрим. Я же не уверен. Итак, ребят, я вот сижу здесь, как царь-барин в кресле. Женька там говорит, что монета. Не монета. Нет? Нет. Чего там? Иконка. Иконка? Ох, интересно. Иконочка. Ну это что-то? А, это, наверное, солдатская створочка от склада. Лопату не задел? Ну это точно, это, блин, ребят, икона. Это не просто какой-то шмурдяк. Да, сейчас я сполосну, если интересно что-то, вам покажу. Ух, она поломана, что ли. Ну это створка, ребят. Ладно, зачетный сигнал. Хорошо. Итак, ребят, Сергей меня зовет на очередной сигнал. Говорит, у него в руке. Да, ну, в руку. Ну, посмотрим. А что это может быть? Ну, не знаю, может быть, все что угодно. Да ладно, серьезно? 3 копейки, 1901 год. Вот, короче, скидывал сюда. Видишь? Из этой кучи скидывал сюда. И здесь сигнал. Начал сверху, нет, не снизу. Ну, неплохой такой, знаете. Конечно, не идеал, но все же неплохой такой. Очередная трешка. Две подряд трешечки, ребят. Зачет, зачет. Серега уже углубляется, и у него уже, ну, такая большая, приличная ямочка. Вот, черепочки лезут. Керамика. Вот, Загорелая, видишь, что? Засыпка, конечно, не очень, но неплохо. Что у тебя там, Жень, тоже что-то? Нет. Вкусное, нет? Не знаю пока. Не знаю. Ладно, ждем вкусняшек. Итак, ребят, глядя на Серегу, я тоже зашурфился. Мой шурф небольшой, но факт в том, что был хороший сигнал, и вот он. Крупный, круглый. Серый, иди посвети, получше будет видно, что за монета. Да это пятак. Пятак, да, пятак 24-го года. Ну, в принципе, бодренький, наверное, будет. А что это белый такой сзади-то? Хрен знает. Не знаю.
чего-то. Серебряный пятак. Ну да. Вот такой вот пятачок. Вот так вот. Посмотрел, поглядел и зашурфился. Первый сигнал. Пятак. Зачет. Ну, продолжаем. Ребята, у Сереги там сигнал. Тихаря, давайте послушаем. Ладно, если что отыщет, я вам покажу. Показывай, где серый. А, вот он, ёпта. Вот он. О, Серега, тебя с почином. Это серебро. Ну что, ребята, вот так вот, терочка. Терочка. 20 копеек, 1923 год. А сохран, ну, наилучшие, ребята, вообще. А глубина, смотрите, какая. Терочка берет. О! Три штыка. Ну ты сейчас наговоришь, бля, три штыка. Не, вот с этой стороны сохран вообще классный. Царапин нету, да. А вот оборотная сторона немножко, по-моему, затерта. Да, затерта. Ну, монетка классная. Че, Серый, первое серебро сегодня? Да. И вообще, да? Вчера было серебро? Нет, вчера я вообще не копал. Красиво. О, РСФСРская. Ну да, 23-й год. В смысле затерт? А где он затертый? Нет, я он, видишь, оно как затертый, видишь? Гербики там вот это все. Видишь, оно как, ну, бы... Ладно, вообще классная, затертая. Нормально. Нормально. РСФСР, герб, все видно. Нормально? Нормально. Ну да, вот здесь вот красиво. А вот здесь немножко, ну, затерто. Видишь, она как будто по ней шмякнули. Ничего чем-то. Не затерто. Ладно, Серега уже расширяется, потому что уже как бы там мастерик. И, если честно, засыпка здесь отвратительная. Но так как находки идут, мы продолжаем. Ладно, идем дальше. Чекай. Ровно 42. В прямом эфире. У меня монет нету. Давайте хоть Серегина откопаю. Ёшкин кот. Ну-ка, катушечку. Ш-ш-ш. Бочком. Стопудово монет. Не вижу что-то. Потерял, бля. О, да. Монета, ребята. Че там? Николай, походу. Копеечка николаевская. Да это совет. Да, копейка. Хотел натереть серти 25-й год. Нет, не 24-й год. А вот так было похоже очень здорово, что это Николай. Ну ладно. Все, ребят. Наверное, закончу. Пойдем мы, наверное, ужинать. И на боковую. Пацаны хотят еще по полю побегать. Не знаю. Посмотрим, поживем, увидим. Кинг, спать пойдем? Спать пойдем? А? Спать пойдем? А, мальчик? Спать искать, пойдем? Искать. Да и он скажет, пошел. Блин. Один мне сует, второй сует, бля, искать, да? Да, Кингуль? Ты мой мальчик, пойдем сейчас спать. И завтра домой поедем, наконец-то. Ну что, ребят, закончился наш выход трехдневный. Покопали мы нормально, отдохнули замечательно сейчас. Раннее утро, солнышко уже встало.
мы позавтракали и, конечно же, будем собираться домой. В живых остались всего несколько комрадов. Это Евгений, мы ему прозвище в свое время дали Фартовый. Но сегодня он откопал медаль, и теперь он у нас не фартовый, а медалист. Вот. Также живой у нас Серега. Огромное спасибо, который мне помог сделать видеосюжет битвы его прибора. Как у тебя прибор, Серый? Эксплойер. Ну, в общем, Етрак. Вот. Видеосюжет понравился. Вам, наверное, понравится. Мне очень понравился. Результаты для меня были неожиданные. Я думал, Ваниш проиграет подчистую, но оказалось совсем наоборот. Ну а сейчас, конечно, ребята, находки. Что мы нашли? Немного, но зато отдохнули на славу. На то они и совместные копы, чтобы отдыхать, общаться, получать от копа удовольствие. Ну а сейчас находки. Приятного просмотра. Ну а по находкам комрадов, которые мы выжили до конца, начну с Жени. Вот такое вот интересное, приятное. Это у нас медаль за покорение ханства Коканского. Представляете, Коканского ханства. Я первый раз услышал, что есть такое ханство, вернее было. Ну и вы теперь уже знаете. Всю информацию в начале видео я уже приложил, что за медаль. Вот такая еще диковинка была. Мы ее пытались как-то почистить, но, к сожалению, силуэт не проглядывается. Но это латунь. Обычная, ребята, обычная вот маниста из счетного жетона. Два советика, два крестика. И вот такое колечко. Очень интересно. Я кольца не выложил, но вот это колечко я вам покажу. То, что здесь имеется надпись. Очень странная надпись. Вот, я бы сказал, что это советское кольцо. Но когда в конце увидел буковку Ять, я прям удивился. Что-то мы пытались прочитать. Что-то надпись «Крепость», «Отечество», «Сер». Что-то хрен пойми, ребят. Если есть кого какая информация, может быть, я найду в интернете подобное колечко и вам тоже про него расскажу. Так, дальше. Вот такая вещица еще интересная. Я уже у вас спрашивал, что это. Но хотелось бы еще у вас заново поинтересоваться, что это такое. Советина или же все-таки предположение, что это солярный амулет. Возможно. Так, по шмурдяку от керосинки. Какая-то вот рисунок проглядывается какой-то, ну не знаю. Пуговка гилька. По монетам. Итак, 24-й, двушка 1870-й, копейка 93-я, низкопрофильная двушка, копеечка, с манисты 1-2 копейки, жалко дырочка, а так сохран вообще бодрый, ребята, бодрая монета. Ну, советики, тут банально, ничего интересного. Дальше, ночью была трешка 1901 год, серебрушка, самая вкусняшка, наверное. 23-й год. Сохран вообще классный, бомбический. Трешка 98-го и копеечка 24-го. Ну, как-то так, ребята, отдохнули. Вот, остальных комрадов находки, кого успел, показал. Дэн уехал, к сожалению, не успел показывать. Так что на этом и все. Ждем следующих видеоматериалов. Пока.